Здравствуйте. Сейчас прочитаю притчу, которая называется «Вид снаружи». Жил-был человек, и однажды он начал размышлять о жизни. Он считал жизнь не такой уж и хорошей, ибо видел в ней столь много страданий. Он видел, что его окружают такие же люди, как и он, со своими маленькими радостями и горестями, что все они рождаются, живут, трудятся, женятся, размножаются и умирают. И так поколение за поколением, да еще плюс болезни, катаклизмы и войны между людьми. И зачем мы только живем? Зачем такая жизнь, в которой столько страданий? Значит, нет никакого высшего разума и нет никакого Бога, который бы стоял над всем этим миром, сделал человек такой вывод. А если бы Бог существовал, то были бы и цель, и смысл в этой жизни. Не было бы стольких страданий, ибо всем бы управляло это высшее, разумное и доброе существо. Услышал эти мысли Господь, частью которого был этот человек, и улыбнулся. Он-то знал истину, что вид изнутри отличается от вида снаружи.